Доброго времени суток вам, дорогие товарищи. В связи с обязательной самоизоляцией на данное время мы не можем выехать на коп, чтобы поискать монеты. И я хочу просто с вами поиграть в игру Serious Metal Detecting. Ну что, начинаем игру. Вот смотрим, какие у нас металлоискатели. Ну, у меня уже металлоискатель, Аська 250 или 350, тут непонятно. Ну, так, дальше. Значит, в магазине мы что можем купить? А, нам надо купить карту. Вот, карта, покупаем. Нет, сразу покупаем две карты. Значит, батарейки у нас есть, питание у нас, вода есть, еда есть, яблоко. Ну, консерву купить. Ну, давайте еще консерву купим, чтобы... Да. Денег у нас 165 условных единиц. Так, вроде все есть. Назад. Давайте, карта у нас. Значит, мы в Восточная Европа. Походим там, посмотрим. Ну, находки вроде нормальные. Так, дальше. Так, машина у нас. Квадрик купленный. Вот. Вот, ну и начинаем играть. Так, вот, заходим. Так, первое, мы инвентарь смотрим, значит, вот у нас, значит, батарейки, металлодетектор вставляем, потом, значит, вот он, металлодетектор, включаем его. Так, все металлы настраиваем, потом это чуйка у нас, ну, на 8, наверное, и сразу пинпоинтер. Я вообще-то работаю вот так, играю в таком режиме. Так, так, это убираем. Так, включаем от третьего лица. Так, что-то уже есть вроде от третьего лица. Так, давай включим карту. Карта у нас вот. Так, ну, мы пока карту ту не включали, просто походим, поиграем. Так, поехали. Ну, здесь тоже бывают находочки. Ну, обычно у реки бывают, а не у прудов. Сейчас посмотрим, как мы идем. Сейчас посмотрю. Так, это мы... идем. Вот мы к озеру идем, там вроде бы нормально. Опа, вот. Значит, ищем находка. 58. Опа, вот. Принтер полный. Опа, рамочник. Ну, год потом посмотрим, значит, тоже уже первая находочка есть. Так, сейчас посмотреть надо, куда нам путь держать. Сейчас подходим к озеру, к водоему. Пока находок нет, но наше направление правильное. Так, давайте так пойдем. Вот мы видим уже озеро. Я думаю, что находочки тут будут. Пройдем вокруг озера. Так, давайте с этой стороны подойдем ближе к озеру. Так. Опа, 19. Ну, это ж... посмотрим, что такое. Интересно. Так, все, поинтер полный. Делаем шаг, копаем.
Это пряжка. Ну, она вроде ничего не стоит, но все равно интересно. Так, о, пошить сеат. Что-то вроде связано с монетами. Сейчас. Так. Опа. Так. И монета, советы. Советы поздние. Стоит недорого, но все же монета. 60 тоже, наверное, советы. Посмотрим. Так. Опа. Все. Раз. Не выкопали, значит, немножко не угадали. Так, давайте проверим. Так, давайте проверим. А, что-то... Вот. Да что ты. Проверим по новой. Что-то нам... Опа. Вот он, вот, немножко не дошли. Вот здесь должна быть монета. Вот, двоечка, ранние советы, по-моему. Отлично. Поехали дальше. Опа, 61. Так, есть. Так, немножко назад. Так, вот. Опа, вот. Нашли полный пин. Так, сделали шаг. Сделаем ко. Посмотрим. Так, пока ничего нету. Ищем, ищем. Что-то... Опа, вот, пошла империя. Отлично. Походим здесь еще. Может, что-то еще найдем. Так. Вот наше озеро. Давайте отойдем от него. Может, что-то еще будет. Ну, мы сегодня не ездим на квадрике, просто ходим. Для начала просто ходим. 51. Это опять монетный сигнал. Сейчас, вот мы нашли. Опа. Отлично. Так. Бам. Делаем. Собираем монету. О, это крестик тоже хорошо. Так, поехали дальше. Оказывается, 51. А, 51 сигнал, 58 был. Так. Еще ищем. Давайте вот сюда спустимся. Не могу сказать, что за сигнал. Так. Да.
гильза старая. Тоже вроде нормально, хотя она ничего не стоит. Там стоит 1 рубль или 1 условная единица. И то приятно. Сейчас пойдем дальше. Так. Начало, как мы начали ходить, вот оно. Давайте на бугорчик. Вот 59. Вроде как монетный сигнал. Хороший. Наверное, империя. Так, берем. Раз. Делаем коп один. Да. Угадал, империя. Так, поехали дальше. Так, вот так вот. Ну, наверное, через минуты две мы вот дойдем и закончим наш коп на сегодня. Вот. О, 61, видите, еще попалось у меня. Так, вещи. Где нас? Так, вот он. Берем так. Так. Делаем один коп. О, еще империя. Посмотрим. Так, это отлично у нас. Дела идут так. Так, нам. Идти нам надо в эту сторону. Хорошо. Так, посмотрим. Так, ну, 75% еды. В принципе, у нас еще есть возможности покопать. Вот. Ну, 61, это отлично. Какая-то монета, но наверняка советы. Вот, возьмем. Да, советы поздние. Давайте еще пройдем немножко. 10. Это интересный сигнал. У меня вообще такого не было. Были 12. Ну-ка давайте посмотрим, что за 10 сигнал. Ну, чернина какая-то. Ну, даже не знаю. Посмотрим, что может быть в сигнале 10. О, это копье. Ой, наконечник сейчас. Так, ну, о, 61, давайте, я хотел уже было завершить наш коп, но мне еще сигнал попался, тоже хороший, вот, сейчас.
Опять империя. Отлично. Так, ну я еще буквально пройду немножко. И все, и завершу наш. Опять 60. Нет, завершать никак не дает. Так. Нашел, Enter. Так, ставим лопату, делаем шажок, делаем коп и забираем находку. Поздние советы. Так, дальше идем. Ну и все, наверное, сейчас я кружок обошел, все, я завершаю. Сегодняшний коп, вот она. Да, пивная крышка, ну и все, я завершаю сегодняшний коп, выхожу. Так, выхожу домой. Так, находки. Будем смотреть, что я сегодня накопал. Да. Первое. Советы. Рамочники 53-го года. Цена 13 единиц. Продаем потом. Это металломусор. Ну, по-моему, это, как она называется, пляшка. Так, продадим. Так. 15 копеек 62-го года. Продадим. 2 копейки 38-го продадим. Так, вот это империя. 3 копейки 1899 года. Ну, наверное, продам. Нет, я оставлю. Империю буду оставлять. Крестик. Ну, крестик продам. Гильзу, соответственно. Так, нажимаю. Империю буду оставлять. Крышку у меня продам. Этот шуруп, гвоздь продам. Это у нас советы, 52-й год, 2 копейки 52-го года, 14, крышка у меня продам от пива, так, пошли, 3 копейки 14-го года, ну, я, наверное, оставлю, вот, потом, 5 копеек, это Елизаветинские, по-моему, я не могу сказать, что это так, это 5 копеек 1784-го года, вроде как оставлю. Потом 20 копеек 77-го года продам. Вот это наконечник стрелы. Это уже старина. Давайте продадим. Так. 2 копейки 901-го года. Тоже, нет, оставлю. Потом 1 копейка 82-го года. Крышка от пива продам. Ну, вроде сегодня все. На сегодня я, значит, с вами немножко поиграл. Вот. Спасибо за внимание. Вот. До следующей игры.